Я тебя приветствую, мой дорогой зритель. В эфире у нас бонусный выпуск 4. И как ты видишь, я выбрался в ночь, в холод. Все только ради того, чтобы тебе отповествовать то, как снимается панель климата и как она ставится обратно. Ладно, я не буду тебя томить долгими речами. Поехали. Поставим задачу, зачем мы сюда лезем. Ну, например, давай предположим, что у меня не работает вот эта подсветка. Нам надо поменять лампочку. Соответственно, понятное дело, нам нужно вынуть эту панель и произвести замену. Что нужно вообще для этого? Первое, мы берем отвертку, вот такую крестовую, с намагниченным концом. Это нужно для того, чтобы удобно поддевать какие-то болты по пути, которые нам встретятся. Чтобы там не подбирать, пальцами не ковырять, вот удобно нам желательно отвертку иметь именно с намагниченным концом. Далее, тонкая минусовая отвертка, вот такого формата примерно. Вот, нам нужна для того, чтобы поддевать определенные детали. Ты увидишь все это тоже на ходу. Далее, также на всякий случай запасемся шилом, вот таким вот тоже, опять же, что-то поддевать, что не получается поддеть минусовой той отверткой. Пусть будет шило тоже. И, соответственно, звездочка, но ты поймешь, зачем она здесь. Вот, давай приступим. Во-первых, для того, чтобы начать процедуру съема этой панели, необходимо заглушить автомобиль, как вот у меня не работает сейчас ничего. Вытащить ключ, а вот вытащил, он у меня просто здесь лежит. Вот, отвести рычаг в положение единицы. Сам понимаешь, если ты переведешь нечаянно рычаг на работающем автомобиле, он куда-нибудь попрет. Вот. И тем самым, когда мы отвели рычаг, мы освободили рабочее пространство для съема этой панели. Значит, для чего, что нужно сделать вообще? Вообще это делать не обязательно, но я тебе покажу. В случае, если мы хотим поменять вот здесь подсветку, вот эти кнопки снимать не обязательно. Но я их сниму, чтобы просто ты понял, как это делается. На самом деле ничего сложного. Если ты посмотришь на правую часть вот этой кнопки, точнее на правую сторону, ты увидишь, что там есть определенный пазик, куда мы можем вставить вот эту минусовую отвертку, поддеть эту кнопку и потащить ее на себя. Все, кнопка вытаскивается. Раз. Дальше мы уже можем, в принципе, тащить пальцем. Потому что эти кнопки, они вытаскиваются легко. Просто нужно место, где пальцем их подхватить. Вот, два. Складывай их сюда в том же порядке, в котором ты их вытаскиваешь из панели, как вот я это делаю. Ну, либо бери фотоаппарат, фотографируй перед тем, как начать их вынимать. Вот, чтобы потом не путаться. А мы вот продолжаем снимать кнопки. Кнопка аварийной остановки вынимается не так легко. Смотри, вот я буду ее вынимать, и сейчас вынется ее лицевая часть. Вот. Вынулась лицевая часть, где сам непосредственно треугольник нарисован. Так. А внутренняя часть кнопки осталась у нас внутри. Для того, чтобы ее вынуть, здесь видишь, есть специальные два держателя. Мы их подхватываем и тащим. Кнопку единственное, это может быть не очень удобно иногда получается. Сейчас мы попробуем. Вот, попробуем вот так вот сделать. Сейчас. Ну, тащись. Вот, пошла. Вот. Видишь, для чего шило нужно? Вот, чтобы всякие такие штуки поддевать. Вот она, сама кнопка аварийной остановки. Либо я ее называю еще спасибо, да. Как обычно, что-то падает. Вот. Ну и продолжаем вынимать далее. Теперь панель климата имеет вот такой вот вид. Что делать дальше? Дальше мы вынимаем из прикуривателя всякие наши устройства. Освобождаем пепельницу. Ну, то есть ее пепельницу надо вынуть. Я думаю, ты знаешь, как, да? Вот эту штучку, так называемый держатель пепельницы, направо сюда вот отжимаешь, и она отщелкивает. Все. Вынимаем. После чего открывается необходимый для нас доступ к саморезам, которые здесь установлены. Здесь всего установлено 3 самореза. Вот я тебе покажу здесь. Раз, два, три. Ну и давай на эти саморезы посмотрим с помощью специальной камеры. Вот, пожалуйста. Первый саморез. Видишь, да, где он находится? Вот я тебе показываю направление, вот куда я показываю. И ты видишь на экране картинку, где примерно, как примерно выглядит он там. Второй саморез. Вот он. И третий саморез, он находится примерно вот здесь, да. Вот, видишь, да, куда я показываю? 3 самореза. Теперь необходимо их выкрутить. Саморезы выкручиваются в таком порядке. Сначала выкручивается центральный саморез, который находится у нас вот здесь. Именно он держит вот эту пепельницу, смотри. Мы его выкрутили. Он там, конечно, как-то так болтается.
Вот, слышу, что он выпал в пепельницу. Все, теперь мы ее можем тащить на себя. То есть центральный саморез сначала откручиваем, тащим панель пепельницы и вынимаем ее полностью. Ну вот, кстати говоря, вот подвод к розетке, которую мы подключаем, всякие регистраторы и прочее. Вот здесь он отключается. И тут он находится вот здесь вот примерно, видишь? Вот. После чего мы можем свободно открутить два самореза, оставшихся по бокам, которые мы тоже уже увидели. Ну, давай, опять же, я положу камеру и покажу тебе этот процесс. Ну вот, я даже с помощью вот этой камеры хорошо вижу, куда не надо там нагибаться. Ну, это, конечно, не так удобно, но тем не менее. То есть сначала вынимаем пепельницу, потом откручиваем вот этот саморез сбоку один. Так. Давай, вот он. Видишь, для чего магнит нужен? Удобно. Ну, положим, вот пепельница у нас есть. Мы можем сюда складировать наши саморезы. Это первый. И сбоку, вот я сейчас тебе показываю, вот второй пошел. Вот, мы с помощью камеры наблюдаем его и откручиваем. Вот эти два боковых самореза, они держат панель непосредственно к торпеде автомобиля. Можно сказать, что теперь уже панель у нас ослаблена. Видишь, вот она уже болтается. Все, теперь что необходимо доделать? То есть здесь осталось вынуть. Ну, в топовых комплектациях сюда ставится панель навигатора. Мы ее вынимаем. Все. Раз. И теперь разобраться надо с магнитолой. Магнитола, как правило, ну, может вызвать некоторые вопросы. Почему? Потому что магнитолы бывают разных креплений. Например, родные апелевские магнитолы, они имеют 4 отверстия по бокам. Раз, два, три, четыре. Вот если ты посмотришь на апелевскую магнитолу, то увидишь такие 4 отверстия. В них просовывается шило. Как правило, шило нужно затолкать туда так до упора. Вот, после чего эта магнитола тащится. И, как я понял, потому что мы вот пытались с человеком вытащить такую магнитолу, желательно воткнуть 4 шила одновременно. То есть в апелевскую магнитолу втыкается 4 шила, и после чего она легко стягивается. У меня немножко другой вид крепления, сейчас тебе покажу. Вот, у меня панелька магнитола отходит. Вот, так она отсоединяется. После чего снимается вот эта декоративная накладка, закрывающая вид на крепление. Ну вот она, например, так вынимается, но только поаккуратнее, да, потому что вот эти пластик, он ломается вообще, будь здоров. И теперь, где же находится крепление у данного вида магнитолы? На самом деле, здесь крепление находится по бокам. Вот, смотри. Необходимо засунуть туда отвертку до упора, и там, получается, ты как бы крепление отгибаешь. Раз, отогнули. Ну и два отогнули, то есть до упора. После чего магнитофон должен пойти. Вот, видишь? Вот так, аккуратно, только все высовывай, не торопись. Ну, магнитола у всех по-разному подключена. У меня это, конечно, сделано в виде колхоза. Вот. Пробуем отсоединить. Ну, у всех разъемы по-разному отсоединяются. У меня как-то вот так вот. Тащится он на себя. Ну, не суть, это частный случай. Всех немножко по-разному. Придется этот провод разъединять, потом соединять. Но это все нужно для того, чтобы убрать магнитолу. Далее мы попадаем в вид, вот эта шахта магнитола. Я ее называл крепежом, но меня здорово еще люди поправили. Это называется на самом деле шахта. Вот то, где сидит магнитола, такой железный каркас. Его тоже необходимо вытащить. Ну, вытаскивается в каждом случае он опять же по-своему. У меня, например, надо отогнуть вот это крепление. И, по-моему, еще что-то сверху у меня там мешает. Да. То есть все это дело отгибается, ребята. Перед тем, как вытащить. То есть не пытайтесь тащить руками со всей дури. Поймите, что вам мешает. Он должен вытащиться довольно мягко. Аккуратно должен вытащиться. Иначе вы можете сломать вот эту пластиковую панель саму. Да, да. Она, к сожалению, пластиковая. Но пластик хоть и хороший, но это пластик. И ломается. Поэтому все аккуратно отгибаем. Стараемся понять, что нам мешает при извлечении вот этой шахты магнитола. А, вот, я понял. У меня вот еще загнуто. Вот. Все должно тащиться легко. И вот еще загнуто. Вот. Все. В теории оно должно сходить. А, вот еще немножко упирается. Сейчас. Вот. Вытащили ее. Можем сюда теперь класть. Все. Фактически мы уже у финишной прямой. И теперь самое главное нащупать букву П.
Что такое буква П? Это специальный фиксатор пружинный, который держит саму панель. Он отщелкивается и ее отпускает. К сожалению, здесь показать визуально, я не знаю, у меня не получится, потому что она находится на ощупь, но находится достаточно легко. Для того, чтобы ее найти, не нужно лезть вот туда далеко, потому что были случаи, когда ребята пытались ее найти куда-то далеко, запихнув руку, и что-то оттягивали и рвали какой-нибудь там шланг или провод. Это делать не нужно, потому что на самом деле находится она рядом. Вот видишь, у меня вот длина пальцев примерно вот так вот туда уходит. Вот, я ее уже достал. Сейчас я тебе заодно и покажу, когда панель отстегнется, где находится. Давай. Смотри, для того, чтобы ее оттянуть, она может не тянуться. То есть ты можешь тянуть, она не будет тянуться. Поддави панель, чуть-чуть туда утопи и тащи вниз держатель. Немножко туговато он идет, конечно, но панель сходит. Вот, смотри, я ее отсоединяю. И мои руки, кстати говоря, вот, вот так вот тянут этот самый держатель. Вот он, видишь? То есть, когда ты отпускаешь, пружины поднимают вверх, и он защелкивает панель, она фиксируется. Когда ты оттягиваешь ее вниз, панель освобождается. Ну, я надеюсь, ты примерно понял, на каком примерно расстоянии находится этот крепеж, да? Точнее говоря, фиксатор, вот он. Вот. И давай еще раз повторим вот этот момент с этой буквой «П». Вот, слышишь, как она должна защелкиваться? Это, опять же, фиксатор схватил нашу панель. Потому что с этой буквой «П», как показала практика, у многих ребят получается засада. Они вроде бы уже все разобрали, но они не могут понять, что надо делать, почему она не отстегивается. Смотри, берем пальцы. Опять же, все это делаем недалеко. Нащупываем вот такой вот кронштейн. Это и есть наш фиксатор. После чего желательно поддавить панельку туда и потянуть вниз фиксатор. Вот смотри, я панельку освобождаю. И фиксатор сейчас у меня держится в положении открытого, потому что, видишь, я его тяну вниз. Вот я его отпускаю, видишь, он под пружинами тянется вверх. И выпускает вот такие вот специальные пазы, которые фиксируют нашу панель в торпеде, и она сидит довольно плотно. Понял, да? Когда панель отошла, опять же, тяни ее аккуратно, не пытайся ее вырывать там резко и так далее. Смотри, какие провода тебе мешают, то есть все делай плавно. Мы можем посмотреть вот сюда, и мы увидим здесь картину просто целого леса проводов. И, соответственно, если нам нужен, если нам нужна панель управления климатом, мы снимаем с нее все провода. Вот это провод питающий, как раз таки он отвечает за подсветку и так далее. А вот это другой еще провод мне подсоединен. Второй, то есть видишь, в панели управления климатом подсоединены два провода, такой и такой. Их необходимо отсоединить. Вот здесь, кстати говоря, понадобится нам минусовая отверточка. Ну, либо шило, хотя давай лучше минусом. Сниму ее. Вот такой же шлейф примерно у нас в бортовом компьютере, помнишь? Вот такой же, подтягиваешь вверх сначала вот эту фигню, крепящую провод, шлейф непосредственно к самой панели. Вот. И теперь давай открутим вот эту самую панель управления. Так, как я уже говорил, у нас вот есть звездочка. Какой-то, к сожалению, размер. Сейчас я попытаюсь понять. Я не знаю, какой это размер. Я всегда на глаз подбираю инструмент. Ну, здесь стоит такой торкс, так называемый, звездочка. И им мы откручиваем. У меня в положении трещотка в другом стоит сейчас. И мы откручиваем вот эти болты. Всего держит 5 болтов вот эту всю панель управления климатом. Но у меня из них сохранилось только 3. Притом потерял их не я. Я когда сюда залез первый раз, их уже было 3. Так что тебе необходимо будет открутить все 5 болтов. Наверняка. Но мне не суждено, мне суждено их открутить только 3. Вот. Значит, панель управления климатом держит 5, как я уже говорил, болтов. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот. Я 3, которые у меня были, освободил. Теперь вынимаем панель. Вот так вот она выглядит в снятом виде.
Вот, можем посмотреть. Вот, пожалуйста, вот эти самые два разъема, про которые я говорил. Лампы подсветки вот этой самой панели. Например, вот нам нужна, например, у нас сгорел экранчик, да, там подсветка, например, не горит. Находится эта лампочка вот здесь. Вот она. Вот, можешь посмотреть. Примерно вот так она выглядит. И для того, чтобы ее извлечь, нам необходимо прибегнуть, опять же, к помощи минусовой отвертки. Берем, вставляем ее в паз и поворачиваем ее против часовой стрелки. Лампочка сейчас должна освободиться, должен почувствовать момент. Вот, примерно здесь, где-то. Ну, тут надо ее покрутить. Не совсем понятно, как, когда она должна освободиться. Надо, в общем, покрутить. Она в определенном положении вылезет. Сейчас. Так, сейчас мы... Так. Нет, не в этом. Вот сейчас подгадаем какой-нибудь момент. Так. Вот. Подгадали момент, она вылазит. Здесь желательно взять такие тоненькие пассатижи, плоскогубцы, как правильно называют. Но у меня получилось и так вытащить. Вот. Смотри, как примерно выглядит лампочка подсветки, ну, вот этого экранчика климат-контроля, где градусы пишутся. Стандартная, на самом деле, лампочка, продается практически везде. Она, кстати говоря, идет вместе с патроном. Как видишь, зеленый патрон есть и лампочка отдельно. Вот. И вот ее как раз-таки надо менять. Как правило, еще люди любят менять здесь все на диоды. Скажу так, я тоже планирую это сделать. И, кстати говоря, будет видео даже с этим отдельное. То есть я там засниму процесс, просто как я эти диоды поставлю, что изменится. Но ходят слухи часто, что здесь сеть, она нестабильная в омеге, то есть напряжение туда-сюда гуляет. И диоды, они очень плохо сами по себе переносят именно вот эти гуляния напряжения, и они быстро выходят из строя. Но в принципе, вот у меня знакомые, кто ставил в омегу себе диодные лампочки, именно в панель климата, все довольны, ничего, говорят, не горит. То есть это как бы, как правило, теоретики говорят, но на практике почему-то я, по крайней мере, еще не встречал людей, у которых бы хронически сгорали диоды вот в этой панели, потому что здесь нет так называемых стабилизаторов напряжения, которые выравнивают, ну, делают напряжение более-менее стабильным, и это сохраняет диодам жизнь. Ну, сейчас, может быть, диоды такие, но они не горят, я не слышал, по крайней мере, от знакомых, чтобы они говорят, я поставил там диод, и он сгорел, такого нет. Вставляется лампочка, тут все, в принципе, аналогично с приборкой. Вот, вставляется она вот сюда. Смотрим, опять же, где у нас контакты. Вот они, ноги еще так называемые. Вот, и ими мы вставляем ее обратно. На самом деле у нас лампочка была не горела, это я так условно назвал, зачем мы сюда лезем. Ну, потому что, когда ты лезешь в панель климата, необходимо какую-то задачу поставить. Ты же зачем-то сюда лезешь, не просто так посмотреть. Вот, мы ее поставили. Для того, чтобы проверить ее, необходимо подключить провод питания. Вот мы его подключаем. И теперь еще подсоединяем второй провод, пускай тоже будет. Вот. Ну вот, утапливаем. Потом, значит, ключ на взвод, как говорится. И посмотрим, не напортачили ли мы, потому что лампочка раньше работала. Ну, как видишь, 23 градуса, светится прекрасно, все работает. Вот. Да, кстати говоря, еще есть одно замечание у меня к инженерам, проектировавшим эту приборку. Точнее говоря, не приборку, а панель климата. Вот если ты посмотришь сюда внимательно, то вот эти лампочки здесь подсветки расплавили вот эти пластиковые проводники освещения. То есть, я не знаю, как инженеры это проектировали, но вот здесь лампы накаливания, они, как известно, имеют такую высокую температуру, у них такой низкий КПД достаточно, они греются, и они выплавили пластик. Вот, и я просто не знаю, как можно было так спроектировать. Может быть, конечно, инженеры не думали, что на этой машине будет кто-то 20 лет ездить, но тем не менее, все расплавилось, это бы, конечно, желательно как-нибудь, я не знаю, либо поменять, либо, ну, что-то с этим сделать. В чем еще плюс большой диодов? Они не нагреваются таким же образом, как и лампы накаливания. Вот лампа накаливания – это реально печка. После того, когда мы поменяли лампочку, соответственно, нам надо собрать все обратно. Да, давайте еще заодно посмотрим, что, как, что здесь устроено примерно, раз уж мы сюда залезли. Ну, вот эти вот самые провода подходят к фишкам на кнопке, куда вставляются. То есть, соответственно, они вынимаются здесь вот таким вот образом. Вот. Просто выкатываются в бок немножечко, ну, либо относительно меня назад. Вот. Если, например, ты хочешь панель унести домой или там ее поменять, здесь тут примерно все вот так вытаскивается. Все, кстати говоря, быстро делается. Вот, но я этого делать не буду. То есть, как видишь, Омега, она несложная реально в устройстве. Разобраться вполне можно.
В качестве первого автомобиля, вот мне говорят часто, что не рекомендуют Омегу. Я не знаю, она, понимаешь, Омега, она имеет большой плюс, в ней разобраться достаточно просто. То есть надо просто захотеть в ней разобраться, то есть и ты разберешься. Ну, единожды, конечно, где-то напортачив, единожды где-то накосячив, но ты разберешься, у тебя все будет хорошо. Так что собираем все это обратно. Панель климата. Желательно провод отсоединить во время прикручивания, чтобы нам ничего не мешало. Ну, вот сейчас мы вот отсоединим провод. Так, ну, вот так. Теперь он нам не мешает. Можем спокойно эти самые болты, оставшиеся трое, закручивать и собирать все обратно. Ну, я надеюсь, данное видео было для тебя полезным. И ты все-таки понял, как примерно снимается панель климата. Да, это видео я на самом деле переснимаю, было снято до этого еще одно, но там я допустил косяки, на которые мне указали зрители. Ну и, честно говоря, когда я делал на монтаже видео прошлое, оно, я уже сам понял, что я напортачил, что-то накосячил. То есть я почему-то загорелся желанием снять это видео, но немножко там запутался, немножко не так показал откручивание трех саморезов. Их надо было, на самом деле, откручивать в другом порядке, чтобы это делать более грамотно. Потому что моя задача — помочь зрителю, понимаешь, чтобы он быстрее разобрался, он это понял. Потому как, да, несмотря на то, что в интернете большое количество инструкций, прям реально хоть зачитайся этих инструкций, но люди почему-то мне все равно пишут с просьбой помочь, подсказать. Я тоже люблю, когда все более или менее показано, то есть и ты понимаешь, какими нюансами ты можешь столкнуться. Но, к сожалению, в инструкциях эти нюансы почему-то никто не пишет. То есть что-то может застрять, там, например, вот даже вот на эту панельку поднадавить надо, ведь нигде в инструкции это не написано. А у меня реально, когда я ее не надавливал первый раз, когда снимал, у меня вот этот вот фиксатор, он не выходил. То есть он был, ну, он был под нагрузкой, потому что на него давила панель, и он никак вниз не тянулся. Я думал, что я что-то делаю неправильно. Но когда я надавил на панель, он легко отходит, видите, под пружинами. Вот эти нюансы, к сожалению, в инструкциях не прописываются. Я вам как раз-таки это пытаюсь показать, чтобы просто вы понимали, и многие просто из-за этого начинают ступориться. Они начинают сразу думать, что это они что-то делают не так, хотя вроде бы все как по инструкции сделано. Значит, когда ставим панель обратно, естественно, прибираем все провода, убедившись в том, что мы все подключили, мы ничего не забыли, что все провода, которые мы здесь подключаем, они сидят плотно. Потому как здесь ходит высокое напряжение, ну 12 вольт это все-таки приличное напряжение для того, чтобы нагреть провод. Если где-то будет неплотный контакт, соответственно, что-то может расплавиться. Вы будете ехать, будет что-то вонять плавленым, вы будете не понимать, откуда это несет. Это, оказывается, что-то плавится. Поэтому приберите все провода, чтобы все аккуратно было уложено. Вот, и, соответственно, панель вставляется обратно вот так. То есть она продевается туда, после чего вот надавливается. Слушайте. Вот, слышите? Железный звук. Это сработал фиксатор, который мы тянули P-образный и зафиксировал нашу панель. Теперь она держится на торпеде автомобиля. Ну, после чего собираем все обратно. Ну, вот эти самые крепежи, которые магнитолу удержали. Вот, я их выгибаю обратно, чтобы они схватили магнитолу, когда я ее вставлю. Вот, примерно так они выгибаются. То есть это алюминий, он не боится гнуться, если вы будете там туда-сюда гнуть. У него определенный запас прочности по этому делу есть, так что не бойтесь, гните спокойно. После чего, естественно, это все дело вставляется обратно. И теперь, смотрите, мы вставили шахту назад, теперь мы подгибаем все крепления, которые мы отогнули назад, чтобы оно надежно держалось, не болталось. Вот, обратно все это вгибаем туда. Вот. Так, когда я поставил панель климата, опять же, я ее так на всякий случай сейчас быстро проверю. Все горит, все обрубаем. Послушаем. Ну все, проверили магнитофон, что он работает. Теперь мы по выгнутым креплениям вставляем до упора его, чтобы он не болтался.
Вот, защелкнулись. Все, теперь все это дело стоит довольно надежно. Ну и дальше что мы делаем? Ставим декоративную накладку. В принципе, оно вот так. Ну и дальше собираем. Сюда поставили магнитофон, вставляем там, где навигатор находится, в топовых. И теперь возвращаем все кнопки на место. Кстати, да, кнопку сидения подогрева починил. Вот она теперь нормально работает. После чего устанавливаем два самореза. Сначала крепежные, потом тот, который держит пепельницу. Крепежные у нас находятся по бокам, поэтому прикручиваем сначала их. Вот я прикручиваю первый саморез. Вот примерно так вот он прикручивается. Сильно не перетягиваем, ну так, чтобы надежно сидело. И второй, соответственно, ставим в противоположный бок. Вот. Примерно как-то вот так вот это все делается. Значит, закручиваем. Все. Теперь панель у нас сидит просто как влитая. Она даже сидит лучше, чем была, потому что там стояли неродные болты, которые прокручивались. Они были меньшей резьбы, поэтому она срывалась. Ну вот, ну и теперь мы глушим автомобиль. Для чего? Сейчас покажу. Нам нужно рычаг просто в единичку подвести. Для того, чтобы установить пепельницу. И тот самый центральный саморез. Вот, берем, вставляем пепельницу, открываем. Ну и смотрим. Вот я сейчас центральный саморез ставлю, опять же, на место. Так. Вот, мы подсвечиваем отверстие. Кстати говоря, благодаря камере что-то вижу хотя бы. Так. Сейчас мы... Одной рукой, конечно, держать ее сложно и одновременно закручивать. Ну, я попробую. Так. Не попадаю. Так, ладно. Обойдемся без камеры. Одному просто сложно одновременно и держать, и запиливать болт на место. Все, посадили. Крутим. Все, с помощью центрального самореза мы фиксируем пепельницу на месте, ну, после чего все принимает уже более или менее знакомые очертания. Теперь панелька сидит у нас надежно, вот, даже лучше, чем было. Вот, это приятно, опять же. Так, ну, естественно, возвращаем саму пепельницу с желудями. Они у меня, кстати говоря, тут года с 14-го катаются. Не знаю, как оберег, что ли, пускай будут. Вот. Поставили, значит, пепельницу, все. Ну, вот таким вот образом, ребята, ставится панель климат-контроля. Согласитесь, здесь нет ничего сложного. Единственные сложности у ребят возникали, когда мы оттягивали букву «П». Вот этот вот держатель панели, который фиксирует ее непосредственно к торпеде. Ну, что здесь поделать? Здесь только на субъективное ощущение. Но, ребят, сразу говорю, опять же, нюанс. Когда вы туда руку засунете, когда вы шахту магнитолу вытащите, не лезьте далеко, потому что многие говорят, что кто-то вот залез туда далеко, что-то потянул, то ли провод оторвал, то ли трубку, я уже так не помню, что. И какая-то проблема случилась, то есть он что-то там оторвал, потом долго это приделывал обратно. Не надо лезть далеко, то есть оно буквально, вот вы залезаете туда рукой, и сразу же вот оно вот здесь у вас должно быть. То есть и подхватываете, тянете вниз. Естественно, когда тянете вниз, опять же, придавливаете, потому что человек, тот, который оторвал что-то туда, когда дальше, он как раз таки ее, говорит, на начальном этапе то он как раз до нее достал, до этого держателя, но он тянул вниз, он не тянется, он подумал, что это что-то не то, полез дальше, дальше начал тянуть и оборвал. Поэтому не забывайте придавливать панель, когда отсоединяете, то есть во время, когда вы стягиваете фиксатор вниз, и у вас все будет хорошо, я уверен, все получится, все у вас поменяется, и машина будет работать еще лучше. Ну вот, на каких-то таких нотах и закончился бонусный выпуск 4. Теперь я надеюсь, что вы понимаете, как снимать панель климата, как ее ставить обратно.
И я буду очень рад, если это действительно вам поможет, вы наберете смелости и все-таки проделаете это сами, потому что мне люди пишут часто, что хоть есть инструкции, я чего-то боюсь туда лезть. Я надеюсь, теперь вы не побоитесь туда залезть и что-то сделать. Поэтому буду надеяться, что это видео окажется для вас полезным. Да, наверное, сейчас подумал, я скажу рефлекторно, ну, как многие говорят после этих речей, ставьте лайки, подписывайтесь. Нет, я такое не говорю, я объясняю почему. Хоть мне люди и пишут некоторые, что если ты будешь говорить ставьте лайки и подписывайтесь, это вызовет дополнительный процент подписчиков. Ну, то есть некоторые просто вспомнят про кнопку подписаться, подпишутся на твой канал, там поставят лайки. Но на самом деле я не хочу этого, я хочу, чтобы видео само по себе побуждало в людях это сделать без напоминания. И это и есть истинная оценка творчества. То есть, когда ты не напоминаешь человеку о том, что там можно поставить лайк, и автор это увидит, а человек поставит сам, руководствуясь именно просмотренным видео. Я хочу, чтобы всегда это так и было, чтобы все было заслужено. И я прекрасно понимал, что все оценки, которые видео имеет, они объективные, и люди руководствовались только собственным желанием. Как-то так. Ну что, до скорых встреч. Я надеюсь, следующие выпуски будут более драйвовые, потому что скоро будет зима, но вы сами понимаете. Всем пока. We'll be right back.